14 мая, РИА Новости. Министерство культуры Франции на официальном сайте изменило информацию о принадлежности Севастополя России. Ранее ведомство подготовило карту международной акции «Ночь музеев» 2018 с описаниями и адресами участников. Ее составители в справке написали, что Севастопольский художественный музей имени М.П. Крашицкого находится по адресу проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация. Министерия дела культуры скриншот сайта Министерства культуры Франции от 14 мая 2018. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. Министерия дела культуры скриншот сайта Министерства культуры Франции от 14 мая 2018. Позднее в министерстве изменили адрес, заменив слова Российская Федерация на Украина. Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.